Александр Васильев и Музей Москвы открыли выставку, рассказывающую об изменениях в стиле одежды и аксессуаров с 1907 по 1927 год. Вне зависимости от того, какая в стране власть, женщины хотят быть нарядными. Это хорошо иллюстрирует платья разных эпох. По случаю Ночи музеев здесь небольшой концерт будет. В экспозиции вошли 100 платьев из собрания историка моды Александра Васильева. Поль Паре освободил женщин от корсетов, и платья сразу стали другими, более свободного силуэта, заниженной линии талии. В первой части экспозиции, которая посвящена моде дореволюционного десятилетия, представлены прогулочные, визитные, дачные и бальные платья, мужские вещи, созданные как российскими художниками-модельерами, так и выполненные в Европе для именитых русских заказчиков. Эпоха модерна запечатлена на многих картинах и фотографиях. Московская мода Безумно красиво. Как тонко вот эти переходы. С другой стороны, да, Маш, смотри, какая вот гамма, да, цветовая. Да,
Да. То есть вот она настолько нетривиальная, то есть как бы вот привыкли там оранжевенькая, там чуть-чуть. Да, там, да, ну, здесь а такие один переходы, друг, да, переходы, там нюансы. Посмотрите, что оранжевое платье, что фиолетовое, да, переход вот такой вот, это вообще, конечно... Вот это вот наше как бы стремление там к такой вот как бы цветовой, как мы ее видим, да, гармонии вот это там сочетаемое. Да, тоже Васильев говорил, он интересный фрескал, который я запомнила. Он сказал, что в моде самое главное оттенки. Да. Не цвет, а оттенок. Да. Вот это. Который создает настроение. Да. Причем у них не было асфальта, да, простите, да, как ходили, да, аккуратненько. Да. И красиво. Революции, войны и промышленный подъем оказывают влияние на все, в том числе и на моду. Во время Первой мировой войны женщины взяли на себя много мужских обязанностей, и вновь мода поменялась. Ткани стали грубее, а вещи более утилитарными. В разделе, рассказывающем о Первой мировой войне, особое внимание уделено деталям, отражающим веяние эпохи. К примеру, изменение длины юбок, влиянию военного стиля и цвета хаки на женскую мужскую моду. Моя прабабушка была как раз вот мастерица, она делала такие тонкое шитье. Работала на Лосевых, делала вот такие платья, как здесь вообще. Очень красиво. У нас, у меня даже кое-что осталось из одежды. Дома, да. Например, кружевная накидка, там еще что-то. А вот посмотрите, в зеленом платье баа из страусовых перьев. Черное платье фасона сак. Это платье, которое свободно падает с плечей, свободный фасон.